Вы хотели, чтобы было круто? Будет, естественно, глазами того, для кого Орион и работает, глазами моего сына. И он прекрасно понимает, что если бы не Орион, папа попал бы на гораздо большие бабки, о как! А сейчас все проще, и каждый месяц у моего сына днюха. Мы приехали в магазин Орион за игрушками. В магазине Орионе всегда новые игрушки, но цены не сменяются. А папа всегда не тратит свои деньги, когда мы приезжаем сюда за игрушками. У меня очень много дома оружия, это очень хорошо. Я моего папу люблю, потому что когда я его прошу сюда приехать, он всегда со мной приезжает. Или на день рождения мы сюда приезжаем. А вот теперь куда вам дорога заказана? На склад. Со мной запустили в склад. А видите, сколько здесь новых игрушек. Еще появилось новое оружие. Это Калашников. Очень хорошее оружие, которое, наверное, очень быстро стреляет. Я так думаю. И причем здесь... Штук я не знаю, сколько новых игрушек, но потом узнаем с папой. Ну, чтобы понять-то надо было. Мы радуемся за тех, кто дает счастье нашим детям. И за хозяйку магазина, естественно. И день-то правильный, 8 марта. Я вас поздравляю. Поздравляю с 8 марта. Спасибо тебе огромное. В общем, для начала мысль была простая. Хотелось сыну купить машину. Сейчас мысль более очевидная. Машин море. Оружие столько, сколько папе не снилось. И всяких конструкторов и приспособ. Обалденное количество. Вот машинки. Еще новая машина такая. Радиоуправляемая. Очень хорошая. Потому что если на ней будет батарейки у нас, будут батарейки, я смогу посмотреть, как она гоняет. Если она будет хорошо гонять, купим ее. Штука у меня была, только она была побольше, но папа от нее открутил колеса. Теперь я на двухколесном рысачу очень хорошо, потому что я уже научился так рысачить. Мне чего-то уже понравилось так, чем на четверок. Недорогие, но очень хороший велосипед. Еще радиоуправляемое все. И есть все новое. Но в других магазинах этого нету. Но очень хорошо. Танки управляем, радиоуправляемые, и машины радиоуправляемые. Смотрите, какая штука. Она для детей и для больших. В ней можно спать. Она очень теплая и удобная. Нужно очень хорошо спать. Там свалы гиганты. Смотрите, какой очень хороший. Можно возить разные грузы. И причем-то их много. И причем-то они сегодня новые. И у них очень большие колеса. Вот какие самославы гиганты. То есть ураганы, которые могут вести вертолеты, танки. Еще эти ураганы могут стрелять. И бывают танки ураганы вот такие. Я не знаю, как они называются, конечно, но они с какими-то антеннами. В чем-то все новое, но цены не изменяются. Еще посадили на машинки такие плюшевые мишки. Очень мягкие, но машинки уже какие-то новенькие. Тоже она... Какие-то электрические. И лего. Вкусно. Еще новые лего всякие. Машинки есть лего. Еще мне папа купил дома. У меня уже стоит в коробке такой лего-танк. Он очень большой. И он очень красивый. Лучше его не разбирать, а просто собрать. И пусть он просто стоит. И здесь очень
пришли новые Лего. Вот как раз этот танк. Мне папа купил его. Очень красивый танк. Еще там игрушки есть. Очень красивые и Лего. И еще я заметил сегодня трансформера, такого очень большого. Он у меня тоже стоит. Вот такой желтый Бамблби. Конструктор новый тоже. Бывают всякие конструкторы, которые уже пришли новые. Но у них цены не изменяются, как в прошлый раз. Но их можно собрать. И причем-то вот всякие такие конструкторы есть, которые их уже очень много. Папа, мама, быстро за девочками, потому что здесь очень новые куклы. И причем-то я иногда-то могу подарить моим друзьям девочкам, потому что у меня есть моя двоюродная сестра, могу подарить ей какую-то игрушку, типа девочки. Теперь вопрос куда? Подождите, скоро мой перец начнет читать. И это я и сделаю. И вот тогда вы поймете, что вам козявочка моя говорит. Так вот, он понимает, что круче и дешевле, и это север города. Вокзальная и дивный поворот направо, рядом с хладокомбинатом. Обрати внимание, что люди всегда приезжают сюда, всегда. И иногда-то большие дети и маленькие дети сюда приезжают. И им очень нравится этот магазин на Орион, потому что может быть новое Лего, новое оружие и все другое.